Овации звучат в зале прилета аэропорта Курумыч. Встречают здесь действительно лучших. Детский хор из Самары «Вентус» вернулся с победой со всемирных хоровых игр, которые прошли в Риге. Награда не единственная. Второе место коллектив завоевал в конкурсе «Гран-при нации». Подготовка была интенсивная, рассказывают педагоги. На протяжении 2 недель до конкурса шли ежедневные репетиции. Не только оттачивали вокальные навыки, но и готовились морально. Все, что в них было вложено, они отдали с лихвой. Они молодцы. Они приехали сюда другие абсолютно. Вот после этой победы они приехали другие, потому что они увидели более 30 стран на конкурсе. Конкуренция в Риге была огромная. 156 хоров, более 5000 певцов из 30 стран. Сами участники хора считают, жюри сразили харизмой, умением показать себя и русской душой. Поразил публику триптих на тему русских народных песен. Результатом поездки стали не только награды и впечатления, но и новые друзья. Друзей завели немерено просто. Самое главное, наши друзья вдруг оказались детские хоры из Китая. Они такие общительные, они такие дружелюбные. Наши дети их научили играть в ладушки, какие-то там еще вещи. В общем, друзей очень теперь много. Уже в сентябре хор вновь приступит к репетициям. Впереди новые песни и, возможно, новые победы на конкурсах мирового уровня. Марина Кравцова, «События».